Всем привет! С вами Прием. Сегодня делаю локалочки на своем ДК. Дропнул еще одну легендарочку для шамана. И в текущий момент мы ее скроем. Я вскрывал уже две легендарки до этого. Полутал Сефус, полутал Душу Предсказателя. Там глянуть так ради прикола, есть ли какое-нибудь третье колечко, которое я могу дропнуть. Есть! Вот если оно сейчас дропается, то официально просто Властелин колец будет мой шаман. Поехали. Это что? Алло. Это шапка на героизм. Ну, отлично. Вполне неплохо на самом деле. Легендарочки на хила уже есть. Допустим, рейды пойду хилить когда-нибудь в этой жизни, если докачаю его, если вообще захочу это дело делать. Колечко, голова и вперед. Не с Сефусом же рейдовых боссов убивать. Хотя Сефус прокая от диспелов тоже дает хасту. Это можно использовать во благо. Так. Ну, три легендарочки есть. Ждем еще. Наверное, следующий легендарный предмет, который мне упадет, это будет Наваре. И посмотрим, Наваре, для кого легендарочку я пролутаю. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Кстати, насчет этого, гильдейские инвайты до сих пор идут. Различные сборы рейдов в сообщении дня всегда вписаны. То есть приходите, там условия, не условия, всякие всегда прописаны. Инвайтитесь, инвайтит абсолютно все. То есть любой член гильдии может инвайтить. Получается, привилегии. Даже с нулевым званием человек может приглашать в гильдию. Так что пользуйтесь моментом, пока нас еще относительно мало, и кап людей в виде 999 не достигнут. Не болейте. До скорого.